Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! Когда вы хотите заблокировать Microsoft Windows, извините... Так, заходим в компьютер, заходим в пуск, заходим в параметры и заходим в приложение. Так, учетные записи и вот варианты входа. Вы можете этот параметр, да, для меня недоступен. Это обе новые. Это с опечатком пальца можно заблокировать ноутбук. Это распознавание лиц. Пин-кодом можно заблокировать. Пин-код для меня... А, да, вы должны войти... Через, да, ваши данные, через войти, вот это, или создать. Потом вы можете вариант входа, вот это, пин-код. Ключ безопасности можно. Так, пароль можно. С паролем, да. Графический пароль я не понял, но... Да, я-то понял, но не понял, как это сделать. Ну, обычно, да, попробуйте. Вот несколько можно.